канализации был, я помню. Опять Silent Hill, ребят, начинается. Фига себе, у него сигареты прям в пальцах появляются. Прикольно. Но у них экипировка не второй мировой, не более крутые, современные какие-то прям. И где они? Что делать-то? Выбраться из канализации? Ну выбрался я. А вон они. У меня то штурмовук валяется. Победить таинственного человека. А чё, гематическим, если я закидаю, норм будет? Парочку туда, да? Ну нормально, чё. Так. Блин, он что-то перекинул куда-то. Вон он. Это куда я бросил? Или я не бросил? Давай прям по башке ему сейчас. Хорошо. Да нормально же пошло, да? Пойдет. Так, где еще? Где у меня еще гранаты? Еще 5. А это меня не видит, дурачок, смотрите, стоит прямо здесь. Не видит, тогда сейчас получит. Хорош, отлетают они прям на раз. Я пока штурмовуху хочу поберечь. Ой, я что-то тут сам себя подорвал, кажется. А вон он стоит, он даже... Он не шевелится, кстати, стоит просто так. А нет, идиот, кажись. Есть все, пошли. Так, он отступает, вон, я вижу, побежал. Отлично, отлично. Вроде Ротман закурил. Я в сигаретах не разбираюсь. Ну, наверное. Так. У нас по гранатам сейчас. Не торопимся. Нам торопиться не стоит. Так, то, что использовано, сразу выгружаем, чтобы оно у нас тут не валялось мертвым грузом. Пускай. Погнали. Я пока штурмовуху возьму. Так, у меня получается штурмовая 3-го уровня. 2 штуки, что ли, у меня их? Ну, нормально. Где? Вон, а вон пакеты с кровью, кстати, большое количество. Может быть, взять их еще? Опять он начал ББ, ББ. Блин, вот эти битвы с Клиффордом очень круто сделаны, конечно. Ну, тут с японцами не пос... Знаешь, вот, тем более с Кодзимой. Вообще, они молодцы в этом плане, умеют делать такие жутковатые вещи. Так, а где он? А, вон он. Это не он, это солдаты. Или это он, я еще не пойму. Нет, это обычные солдаты. Где еще? А кто стреляет еще? Вот бежит, да? Он что, с базукой? Ба, он реально с базукой, кажется, сбежал. Блин, откуда бьют? А вон они идут вдвоем. Надо помощника сначала завалить. Чё не стреляет-то? Может, гранаты? Так, гематические, ну-ка.
Я, наверное, не докину, да? Ух, нифига себе, он без башки бежит. Очень серьезно? Смотрите в оба. Да, ребят, он без башки бежал сейчас. Прикольно. Так, куда он делся-то? Я же его не подбил вроде. Надо пакеты с кровью брать здесь, они очень нужны. А вон он. Так, это второе его поражение, да? Вы посмотрите на небо, как круто сделано. А вон самолет полетел. Взорвется. Так, ладно. У меня сейчас эта винтовка закончится. Мне нужно будет переходить на следующую. Так, что по гранатам у нас? 4, 1. Давайте вот эту. Слышите? Блин, у меня такая куча барахла на спине, вообще офигеть. Нормально затарился, главное. Так. Спокойно, спокойно. Так, мы, кстати, в пятницу с вами еще раз, ребят, соберемся по этой игрухе. Это офигенная игра. Куда он делся-то? Я что-то не посмотрел у него. Да мне кажется, он туда пошел, больше некуда. Здесь они... Вон дельфины валяются дохлые. Вот еще прям здесь лежит. А вон там наверху, да? А, вон следы наверх идут. Пошли, пошли. Так, там новая партия чуваков, походу, за мной вышла. Да. Я не достану отсюда. Меня заметили. Надо винтовку брать. Блин, чувак, я застрял. Блин. Не вижу, у меня груз за спиной громадный просто. Надо этих ребят всех сейчас уработать. Вот тут не могу пройти, это дурацкое место. Так, ну тут это все, надо другую брать. Пакет с кровью закончился уже один. Со спины главное, чтобы не обошли. Но со спины тут нет такого, здесь они по прямой всегда идут. Так, я ему вроде подстрелил башку. Но он, да, он свалился. О, череп покатился. Слушайте, как круто сделано. Так, моему восхищению нет предела. Не, ну игра правда реально затягивает. А чё он... Опять что ли? Где они? Вон он, вон он. Я ему в башку попал. Отлично. Надо экономить здоровье. Кажись, все. Так, это походу еще не все. Это продолжается. Так, давайте пройдемся по нашему грузу. Так, у меня пакеты с кровью. Сразу отметим то, что скинуть. Что я под ноет. Так, посмотрим, что остается. Пакет с кровью 1. А, нет, 4. 6. У-у-у. О, так будет покомпактнее, как считаете. Так, можно плечо менять при стрельбе. Да я так привык, в принципе. Так, колковат добавит тревожность. Согласен. А, понял тебя, Зумакса. Кинуть. Да, я понял. Ну, сейчас попробуем. По броскам, да, гранаты. Сейчас я ее возьму. А, вон как. Я понял, ладно, окей. Это сначала не понял, как работает. Сейчас все сделаем. Ну, тогда эффективность гранат сейчас повысится. Спасибо, ребят, за подсказки. Ой, как. С одной стороны, жутко, а с другой стороны, очень круто сделано. Вы посмотрите. Я даже готов остановиться и все смотреть. Пакеты с кровью в подсумок. Ну, в принципе, да, как вариант. Так, вот это выгрузить нафиг. Пакеты с кровью. А так у меня в подсумке они. Вот, подсумок. Это для гранат тоже. Ну, вот это только если закинуть в подсумок.
Достигнут предел у меня, видишь, у меня не докуплено. Так что все окей. Так, ладно, вперед. Сейчас будем гранаты в лицо кидать. Распалять нашу отравленную кровь. Так, куда он делся-то? А где мне? Он... Мне кажется, он вот сюда свалил, да? Или где? Пакет с кровью, дробовик там лежит, видите? Хотя не факт. А, нет, эта штука показывает же вон туда. Значит, он... Куда он свалил-то? Чертила. Опять сюда ушел, что ли? На центральную улицу? Так, штурмовая винтовка, второй уровень. Ну, давайте возьмем, пусть будет. А вон они. О, смотрите, ребят, сейчас. На тебе. Че, одной мало? Да я еще могу добавить. Хорош. Так, а что... А, пакет с кровью. Оп. Так, ну тут эти появились чувачки. А где остальные? Одного я завалил. Но эта штука нас ведет. Показывает, что типа вон там он. Я по кругу бегаю. Не? А вон он, я его вижу. Вон он стоит. Давайте возьмем, где много гранат. Так, на тебе. Получи гранату. На еще одну. Давай еще. Да мне не жалко. Хорош. Сколько я 4 гранаты в него засадил? Он живой еще? На еще одну. Походу все, они развалились все. Победа. Эпизод 7. Клиффорд побежден. Класс. Да, ББ прикольный. Зачем я посадил тебя в эту тюрьму, Бебе? Не проверяй.